шанс. Там, де ти. Слот Сіті. Доброго дня. Слава Україні. У нас учора була доба штурмів. Ми просунулися дуже далеко, дуже глибоко. Пішки. Тому дуже втомилися. Зараз відоси я знімаю з підморських окопів. Зараз. Привет, друзья, я Александр Преподобный. Я очень хочу, чтобы вы досмотрели это обращение до конца. Его сегодня опубликовал известный украинский командир Валерий Маркус. Он штурмовик и записывает это обращение сразу после очередной зачистки позиций оккупантов. Крайня позиція, яку ми вчора взяли, там була дуже маленька траншейка, але ми мусили всю ніч провести там, обороняючи її. Ну, щоб зараз посуватися далі. Зараз, буквально через 5 хвилин, ми збираємося на наступний штурм. Часть його обращення ми показати не можемо із-за цензури YouTube. Але тільки послухайте, в яких умовах приходиться освобождати кожен клаптик української землі. Були ми змушені залишитися на цій позиції на всю ніч. От. Траншейка вузенька і вся усипана От, і, ну, очевидно, там намагалися якось спати по черзі, відпочивали. І, власне, ми в буквальному сенсі спали на трупах. От, такого досвіду я ще не мав, чесно кажучи. Вот она война, вот она обыденность защитника України. Об этом должны знать абсолютно все. И в том числе матери российских военных. И вот такой ценой ВСУ освободили уже больше территории, чем Российская Федерация во время своего распиаренного зимнего наступления. Спасибо нашим воинам. И важно, чтобы темпы деоккупации не снижались, США передают Украине дополнительные «Страйкер» и «Брэдли». Это еще один пакет помощи на полмиллиарда долларов. Как по мне, друзья, это очень красноречивая новость. Я искренне надеюсь, что Запад наконец-то получил ответы на свои вопросы. На что способен Путин? А на что способен Путин, который загнан в угол? А что, если он начнет еще большую эскалацию? А что, если эскалация будет ядерной? Ответ на это все прост. Вова с угрожающим видом трижды скажет всем своим силовикам и народу спасибо. Благодарю вас за выдержку, сплоченность и патриотизм. Сядет в самолет и просто куда-то исчезнет. Вот вообще не важно куда. Доказано мятежом Пригожина. Не верите? А давайте-ка вспомним, как во время вагнеровского вот этого позорного однодневного мятежа, когда наемники подходили к Москве и готовились штурмовать ядерные склады в Борисоглебске, Путин сделал следующее. Спрятался, вяленько поугрожал. Обращаюсь и к тем, кого обманом или угрозами втянули в преступную авантюру, толкнули на путь тяжкого преступления, вооруженного мятежа. И в конце концов просто договорился с вот этим убогим рецидивистом. И теперь лижет своим шершавым язычком, ну, конечно, мороженое, да, силовикам, которые весь день молча просто ждали, кто же к вечеру захватит Кремль и кому нужно будет теперь присягать. Но особую роль в этом, безусловно, сыграли вы. Вы и ваши товарищи. И за это вам особые слова благодарности. И в финале бодро провозгласил о некой сокрушительной победе. Угу. Благодарю всех наших военнослужащих, сотрудников правоохранительных органов, специальных служб, которые встали на пути у мятежников. Сохранили верность долгу, присяге и своему народу. Кстати, друзья, вот оцените эту тупость кремлевского вранья. Путин в феврале 2022 говорит о том, что Россия не имеет ничего общего с группой «Вагнер». Лавров в мае 2022 рассказывает, что «Вагнер» — это вообще частная военная компания, которая не имеет отношения к российскому государству. И вот Путин 27.06.23 год. ЧВК «Вагнер» за год получила десятки миллиардов из российского бюджета, оказывается. Содержание всей группы «Вагнер» полностью обеспечивалось государством. Из Министерства обороны, из государственного бюджета мы полностью финансировали
эту группу. То есть российское правительство финансирует наемников. Вы финансируете наемников, те, кто смотрит из России. Собственник компании «Конкорд» через Военторг при всем том, что само содержание Вагнера было на плечах государства, за год собственник компании «Конкорд» через Военторг получил, заработал от государства, поставляя продукты питания и оказывая услуги по питанию в армии, заработал 80 миллиардов рублей. Честно, я вот, ей-богу, не понимаю, зачем он вообще об этом рассказал еще и в цифрах. Это ж просто феерично. То есть за твои деньги против тебя устроили, получается, переворот? Ты трижды дурак? Лучше бы молчал, ей-богу. Но нет, говорить нужно, и даже если это полнейшая ерунда. Дорогие друзья, сегодня еще раз обращаюсь ко всем гражданам России. Благодарю вас за выдержку, сплоченность и патриотизм. Эта гражданская солидарность показала, что любой шантаж, попытки устроить внутреннюю смуту обречены на провал. Повторю, была проявлена высочайшая консолидация общества, исполнительной и законодательной власти на всех уровнях. Твердую, однозначную позицию в поддержке конституционного порядка заняли общественные организации, религиозные конфессии, ведущие политические партии. Фактически все российское общество. То есть, когда перед Вагнером граждане просто расступались и прятались, а кто-то хлопал и закидывал цветами, то делали это сплоченно, оказывается, и консолидированно. И аплодировали вагнеровцам, фотографировались на их фоне тоже. Прям вот поддерживали Путина общей народной единой массой. Ох, молодец, Вова. Кстати, на вот этот пафос Путина очень хорошо можно наложить вот это крестьянское правдорумство от Бульбенфюрера. Тот к витиеватости какой-то игре не привык. Как-то все под веником сидели. Матвиенко оказалась мужественной, Волозин, патриарх, там пару человек, и все. А после драки руками мы умеем махать. Ох, как умеем и советовать. После вот этих слов очень смешно выглядят вот эти. Всех объединила и сплотила главное – ответственность за судьбу Отечества. Подчеркну, с самого начала событий незамедлительно были приняты все необходимые решения по нейтрализации возникшей угрозы, по защите конституционного строя, жизни и безопасности наших граждан. Вооруженный мятеж в любом случае был бы подавлен. В любом случае, попытки защиты были. Помните, экскаватором перекопали трассу. И да, еще один перл от Лукашенко. Оказывается, что пока копали, на пути колонн вагнеровцев лихорадочно бросали грузовики, просто блокируя движение. Путин, как, знаете, брошенный любовник, все набирал номер Пригожина и просил перезвонить. А если ты не перезвонишь мне, ух, ничего не сделаю. Я предложил Путину не торопиться. Давай, говорю, поговорим с Пригожиным, с командирами его. На что он мне сказал: слушай, Саша, бесполезно. Он даже трубку не берет, ни с кем разговаривать не хочет. То есть вы поняли, значит, Пригожин трубку не брал, игнорил, но не предатель. Однако организаторы мятежа, предав свою страну, свой народ, предали и тех, кого втянули в преступление, лгали им, толкали их на смерть под огонь, на то, чтобы стрелять в своих. Именно такого исхода братоубийства хотели враги России и неонацисты в Киеве, и их западные покровители, и разного рода национал-предатели. Ну вот традиционный пункт шизы Путина в том, что мятеж, оказывается, подняли зэки, финансируемые Российской Федерацией, а ФСБшники Росгвардии попрятались. И виноваты, конечно же, в этом нацисты из Киева и западные покровители. Ну, это очевидно. Вместе с тем, мы знали и знаем, что подавляющее большинство бойцов и командиров группы «Вагнер» — это тоже патриоты России, преданные своему народу и государству. Ну да, поубивали одни патриоты России других патриотов России. Что теперь, истерить? Конечно, я не могу не упомянуть о том, что российские вооруженные силы понесли потери.
мы потеряли авиационной техники больше, чем за несколько месяцев до этого боевых действий на Украине. Это, конечно, скорбно говорить. Это вам скорбно, а Путину нормально. И вообще, спасибо, что не убили еще больше. Благодарю тех солдат и командиров группы «Вагнер», которые приняли единственно правильное решение. Не пошли на братоубийственное кровопролитие. Остановились у последней черты. Лукашенко говорит куда проще. Спас, значит, всех он, даже не вставая из кресла в Минске. Переговоры шли в течение дня. 6 или 7 раундов этих переговоров. Я свою позицию высказал, больше не звонил ему. 6 раз, по-моему, он уже на меня выходил, советовался, предлагал и прочее. И когда он мне сказал: Александрович, я не буду требовать от президента, чтобы он отдал Шойгу и Герасимову, и встречи даже просить не буду. Я говорю: ну и хорошо, это очень хороший шаг. Не надо в этой ситуации, напрягая обстановку, требовать неисполнимое. Я говорю: ну ты представляешь, вот я президент, ты у меня министр обороны. И какой-то, говорю, бандит, я не бандит, я говорю, ну я к примеру говорю, какой-то бандит требует отдать, или говорю, Хренина там с Гулевичем. Слушай, я на это никогда не пойду, сам погибну, но не пойду. Да, я понимаю. Ну, раз понимаешь, давай действовать. Просто героический усатый. Спас неразумного мятежника, спас Путина. Сам один остановил колонны. Вы, кстати, тоже заметили, как Лука тонко троллит струсившего Путина? И мне кажется, он внутри явно где-то наслаждается. Я выведу тебя в Беларусь. Я гарантирую тебе полную безопасность твоим ребятам, которые вот сюда продвинулись этой колонной. Да, я вам верю. Я верю, хорошо, в этом направлении будем действовать. Даже российские пропагандисты теперь рассказывают о мощном белорусском старике. Где главарь вооруженного мятежа прямо сейчас, никому не известно. Во всяком случае, об этом вдруг неожиданно заявил Пентагон. Сам Лукашенко только что сообщил, что его позиция заключается в том, что если, не дай бог, рухнет Россия, Белоруссия и все остальные просто останутся под обломками, погибнут все абсолютно. Да, Лукашенко определенно немножко набрал от этого позора Путина, но тем не менее ожившие пропагандисты повторяют все-таки Путина. Трубят о победе над мятежниками, клеймят Запад и Киев, естественно, в гражданской войне между российскими патриотами. Виноват Байден и Зеленский. Гадят, понимаешь, вот в московских подъездах. Под вечер Джо Байден выступил с утверждением, что США не играли никакой роли в мятеже и не были в него вовлечены. Однако глава Белого дома поручил своей команде по нацбезопасности ежечасно докладывать о ситуации в России и готовиться к различным, даже самым худшим сценариям. А это, между прочим, в переводе на русский означает, что на случай захвата складов ядерного оружия Вагнером или кем-либо другим в России, у США, оказывается, имеется какой-то план оперативного реагирования. Ну, то есть стрельба из артиллерии по Москве их, естественно, не колышет, только вопросы глобальные. Конечно, не волнует. Стрельба из артиллерии по Москве, дорогая наша Оля, скоро станет любимым и обычным занятием просто для российских патриотов. Ведь Пригожинский мятеж — это только лишь такой, знаете, первый. Пустое место, наполненное враньем и пропагандой, которым является Кремль, скоро захотят себе все. И трусливый царь уже привычно побежит от бункера к бункеру. Он показал: ребят, я вообще-то этим сильно не дорожу. Я просто прикалываюсь. Друзья, и я правда очень надеюсь, что наконец-то это понятно всем и каждому, в том числе на Западе, и Шольцу, и Макрону, и Байдену. Ну, понятно всем во всем мире. Да плевал Путин на реальное решение проблем, плевал Путин на свои угрозы. Это все просто блеф. Он запишет видеообращение и свалит, потому что ему наплевать на всех. Посылаю просто этот сигнал в космос. Друзья, а вы на канал Гроши подпишитесь, если тоже этот сигнал в космос поддерживаете. Пока.